Городской репортаж. Первый в мире, первый во вселенной, международный фестиваль «Балашиха рулит открыт!» Рок по-балашихински. Как это? Жители узнали на первом рок-фестивале «Балашиха рулит». 9 групп на протяжении 9 часов, не жалея струн и связок, отжигали на сцене, установленной в городском парке культуры и отдыха. Инициатором этого события стали администрации парка и города. Их поддержало многим известное сообщество ВКонтакте «Балашиха рулит». Отсюда и название фестиваля. О, как убийственно мы любим, как пули слепости страстей. Мы то, чего вернее губим, мы губим, что сердце нашему милее. Это событие в соцсетях прозвали «Нашествие по-балашихински». Исключительно наши группы и гости из соседнего Ногинска приняли участие в фестивале. Мы, конечно, могли бы пригласить московские группы, но нам хотелось, чтобы это были именно наши группы, балашихинские. Потому что пока про них никто не знает и никто про нас не заявит, никто не будет их продвигать. Всем привет! Мы продолжаем этот праздник молодежи. Погнали! Мы плаксы! Хорош стоять! Слышь ты, скажи, кому
наши кому нужны твои понты? Внимание людей. Скажи, кому нужны твои понты? Слышь ты, я шарик и ноту, плакаты на дыну. Как я люблю тебя, красавица Марьяна. Что-то свистит и заводит. Спасибо. Фестиваль в самом разгаре, на всем его протяжении рок-группы пытались сделать этот и так жаркий день еще жарче. Давайте узнаем у тех, кто пришел сегодня, впечатление. Здравствуйте, как настроение? Как вам фестиваль? Здравствуйте, все очень хорошо. Как вам фестиваль? О, вот так. Очень хорошо Фестиваль вообще отличный. Супер. Кто больше всего понравился? Вот группа играет. Они молодцы. А вы специально сегодня пришли или просто отдыхали? Да, мы хотим услышать Дисмей. Больше на Дисмей. Во, классно! Мне нравится, обалдеть. Она помоложе, дала в жар. Всем бы дала. Интересно, как-то фестиваль в Балашихе в родном городе хотелось увидеть, посмотреть, что у нас. С какой целью сегодня пришли? Отдохнуть, выходные, послушать хорошую музыку. Нам здесь очень нравится. Мы их знаем, мы уже много раз слушали. Мы про него не знали, просто пришли отдыхать к речке. Есть зеркальные? Да. Мы очень любим. А тебе понравилась музыка? Да. Танцевала много? Да. А как танцевала? Покажи. Александр, расскажите про фестиваль, как проходила организация? К этому фестивалю мы подошли, наверное, с полгода назад. Вот. Долго, кропотливая работа, совместно с Балашиха рулит. Предоставили, собственно, площадку, вот на ней произвели этот фестиваль. Собственно, надеемся, что этот фестиваль будет... Следующий год и последующие года будет уже первый, второй, третий. И надеюсь, это будет традицией. Активная публика. Привет, смотря на жару, все довольно-таки активные, веселые. Ну а мы должны были, так сказать, не подкачать. Мы не родные города, мы не подкачали. Слушайте музыку, друзья, улыбайтесь. А если есть хоть малейшее желание самому делать, надо обязательно начинать, потому что мало ли во что это выльется. Мы же не знаем. А если плохо пошло, надо сразу же заканчивать. И не мучить людей. Группа Пласты! Все, спасибо большое, ребята. Городской репортаж.